Сотрудниками полиции в городе Видное по подозрению в сбытии наркотических средств задержан 21-летний житель города Мытищи. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это мефедрон. Сотрудниками полиции был задержан за попытку сбыта наркотического вещества мефедрон, которое мне передали через телеграм-канал. Я должен был с инструкцией, которой я должен был поднять его и разложить закладки. В итоге я испугался, сделал 3 закладки для себя и попытался спрятать сверток в такое место, чтобы если мне в дальнейшем написали с этого телеграм-канала, стали угрожать, я мог ему просто обратно отдать это. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Видновским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.